поскольку кое-кто уезжает, у меня прощальный подарок есть. Это не надо быть. Надо. Я феечка, сфинкс, дарю счастье людям и не людям. Закрывай глаза. Руку давай. Все. Ух ты. Все. Я тут открыла. Ну, хорошо. Тут не хотела открываться. О, тут кто-то фиолетов. Это Шоквейв. Да? Ух ты. Это из откуда? Это из праймов. Ну, видишь, спасибо. Чувствует. Хотела собрать, соберешь. Пи-пи-пи. Такой, по сути, это первый десептикон в моей коллекции. Ну, видишь. Мелкий, но десептикон. Такой хорошенький. Так. Ой. Ну-ка приближу. Ну, такой славный. Сисяо. Да, сисяо. А еще что-то это, кусочек Мегатрона должен быть. Ага. О. Вау. Давай ту попробуй еще открыть. Сбоку да, попробую. Да, вот. Угу. Из прайма. Ой. Хорош. Рука-то волшебная. Волшебная. Так я пыталась так. Повтор. Волшебная рука. Ну ладно. Сори. Да ладно. Это Юле достанется. Да. Или тебе хочешь? Не, Юле пусть. Я ж не трансформер. Спасибо. Пожалуйста. Где мы? Пардубица. Пар. А там не видно, блин. Давай еще раз. Вон там. Где мы? Пардубица. Пардубицах. Как всегда. Дождь, а мы без зонтиков. Как всегда, в старых традициях наших поездок. А это значит, что у нас кукольные рейды. Ну, перед отъездом, на рейды. Перед отъездом. Да, потому что я на месяцок улетаю домой. Поэтому, если что-то будет, то вот... То с вами на связи корреспондент номер два, Даша. Почему два? Потому что ты один, а я два. Как знаешь. Числа не имеют значения. А, да. Мы сейчас по плану, что у нас? Два драчика. Один совсем рядом. Квартис, помпа и, возможно, еще пара стрёмных, но я не уверена. Что здравствуй, пардубец. И какой-то стрёмный один магазин, но может и нет. Мы идем в драчик, мы поели хорошо, набили свои желудки. Теперь... И как раз прошел дождь, так что теперь можно бежать и все скупать. Идем в магазин. Драчик. Драчик, 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 драчик. Добрый день. Добрый день. Я. Это ты. Ну да, что-то есть. Только блондинка. Дракониха. Феникс. Феникс. Все, больше никого. Мало. Мало. Ой, смотри, это что такое. Такого не было? Это или... настоящее? Это настоящее, да. Вроде. Объясню. А может и нет? Ну-ка переверни. Маттел, да. А. Угу. Просто впервые вот это вижу. Я тоже. Мокси, одежонка вон. Бабина, брат, одежонка. Вон, вижу вверху брат уже. Везде одинаковые, вот эти вот две. Угу. Вот эти спальня. Да. Моя стоит. Там братц наверху. Снимать? Да. Интерактивный. Ща, как там было? И... А, вот так? Вон язык нажимаешь, он ням, ням делает. Мило. Давай. Мастера работают. Ой, осторожно, чтоб не спалили. Ясмин? Да, это из этой серии. Ой, прикольная. А Хлоя была? Рая тоже была. А, точно, Тура. Мне нравятся ее штаны. Вот, смотри. Вот ее бы посадить на тело.
Лол. О, прикольная Катя. Ясмин. Больше надо. Ну, слишком простенькая вот эта, на самом деле. Там вот за этой Бетти, если что-то есть, ну не знаю. Там кто-то сзади. Там Нови Старс стоит. Да? За 300, да. Там Нови Старс стоит. Откапывай. Да, или попроси. Слушай, у нее губа потрескавшаяся. Закрасишь, если что. Катя, так просто решаешь проблемы. Нам всегда воды будут лизать. Давать, протože там були нагоре, я не тady, але úplně vzadu je nějaká tradice Nový Star. Да, я тоже вижу. 90 корун. Ještě. Ano, tohle je tam. Ух ты, это вот это. Телевизор. Или как это? Не-не-не, это... Я не хочу. Да, у нее ножки пошкрябанные. Да красишь. Ну что? А он что, пахнет? Да. Ну-ка дай. Ну, совсем чуть-чуть. Да, есть что-то сладенькое. Потому что она и должна пахнуть. Блин, какая классная, Катя. Что, еще по одной? Шучу. Нет, бери. О, Beauty Pops. Он же тоже похоролёт. Угу. Блин, тоже часто продают на этих. У нее странное тонкое тело и какое-то щекастое башка, но в принципе они интересно выглядят. Ну да. Даша, а мы слепые? Две. Вот одну я взяла. Не дай бог. Эльза с Бадуна. Вот это скидочный отдел с разными товарами. Опять это на стуле еще одна. Вот боксы. Ну, в два раза. Угу. За 1000, мне кажется, никто бы такое не взял. Наверное. Они не стоят таких денег. Ахигау. А ну. Это ахигау, посмотри. Катя. Упорвайся. Блин, хороший мультик. Где он уже? А, вот. 99 крон. Он не работает. Поэтому, наверное, и со скидкой. Опа, Моана. А, это тату. Это татухи делают. Все, на Барби. Ну, тоже такая. Игровунка. И все. А, смотри, что это? А, это шкаф. А, да? Это шкаф. Вау, какой шкаф красивый. Сейчас покажу. Ну, это шкаф, я его где-то уже видела, кажется. Барби Лукс. Сейчас же это Барби Лукс. Барби Лукс. Вау. Вот это шкаф для Барби. Угу, вижу. Еще со скидкой его сделали. Коты. Смотри. Огроменная коробка котов. Так, а тут все по 159. Эти по 49. Все понятно. Супергерои. Ну что, расскажите о своих муках. Хочу я Нови Старс. Но денег при себе нет. Поэтому я такая: мама, папа. Мама, ну, пожалуйста. Они пока что в раздумьях. Так что мы поедем сейчас в другой драчик, а пока что я себе приобрела вот такое видео. Как, точнее, как? Ну да, приобрела. Сумка падает. Блин, открыла. Ну ладно, вдруг. Короче, я же, поскольку работаю в игрушечном, у меня есть возможность вот так втихаря открывать коробки. И потом точно так же втихаря их заклеивать, чтобы посмотреть, кто там. И тут мне... О, волк. Волк. Мне кажется, Лизе понравится. Ну и хорошо. В общем, для сестры Кати предназначался вот этот вот, не могу, вот этот вот гепард-леопард, который я очень хотела. И вот мы так вот сделали рокировочку, я купила вот эту упаковку, а мне отдали вот эту. Да, потому Спасибо. Что я когда была в магазине, искала как раз те фигурки, которые мне нужны,
случайно попался этот тигр. Теперь он мой. Да? Спасибо. Все как надо. Так, а теперь еще будет распаковка мини. Давай. Не дай бог там Дракулаура или Моаника, не дай боже. Потому что у меня уже две Дракулауры и одна Моаника. Давай, открывай. Секунду. А, вот, кстати. Поскольку я еду домой, кое-кто захотел на море вместе со мной. Пожалуйста. Кто это? Ребекка? Это та Ребекка! Она тебя дождалась! Я так рада! А ну, покажи, покажи. Это как у тебя, да? Кажется, да. А ну. Здорово. Не, может, это немножко другая. Типа, это похоже на каких-то как чирлидеров. Здорово. На. Я рада, что у тебя есть Ребекка. Ура! Еще раз пакетик открываю. Так. Нет, там не Ребекка. Ух ты! Это вот такая клео, какая-то полосочка вся, черная. Здорово? Какая-то да. Эксклюзивная. Все, вот такая. Будем рады. Мы стоим на троллейбусной остановке, поэтому мы поедем в другой драчик долго на троллейбусе. В Пардубицах на остановку Подебратска. Отсылочка на предыдущий видос, где я путала. Вот. Путала эти города. Вот так вот. Я вообще не запомнила. Главное не уехать в Пардубицку. Наоборот. Пардубицку. Подебратска перепутать Пардубицку, мы едем на Пардубицку, которая вообще в другой жопе. Да, которая находится в Подебратах. Драчик, 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 драчик. Какой это уже по счету наш драчик? Это же уже очень много. Очень много. Ты записывай. А ты даже не знала, что тут есть драчик. Ну, я не знала, что ты. Я думала, ты уже увидела. Добрый день! Кошек брать? Если хорошая, то мы еще проверим. Ой. Вот это мне нравится. Нет, вот... Нет. Вот это ты показывала в Кентибере. Вот это. А. Биби. Черри Биби. О, смотри, сколько всего. Сколько шаров. Ну, мы не хотим. Лол. Лол. Да? Она такая симпатичная. Ну да. Миленькая. Как много тут лол. Ну тут такие маленькие. Вот, кстати, этот сет. Вампирский. Ага. А, вот он будет все. Нет, наверное, лишний. Рюмки просто. Брат, слышу. Бронз. Какая хорошенькая. Лиф. А это одежда Лиф. Почему симпатичная одежда? 69 кг. 400. Одежда на фичку какую-то. О, мило, это же на Тинкербелл. Это на Тинкербелл. Миленько. Что там да, еще? Все. Видишь, как запрятано. Ого. Вот в детстве я такую хотела. 639. Это раскрашивать детали. Прикольно. Сейчас, конечно, нет, но в детстве такую бы. Ари Хантингтон. Ну, это поищу. Ага. Это все низко. Не надо тянуться. Мокси надо, нет? Нет, такую дорогую. Не надо. Ну, это тоже убирай. Точно? Джейд у меня уже есть. И у него тоже что-то с губами, как всегда. Да, слушай, ты ее хотя бы сфоткай. Давай, сфоткаю. Подержи. Блин, какая. С одеждой. Угу. Смотри, вот это я. А вот это ты. Ведь ты как я, а я как ты. Бетти спагетти. Йоу. Там еще одна такая. Да, и в том драчке они тоже были. Бетти спагетти. Я вот как раз за ними пряталась на листорс. Ага. Это Бетти спагетти. Бетти спагетти. Мне кажется, Берсику такое бы понравилось. Возможно. Все для Берсика.
Мы пришли в это время в Sparkles. Заходим, посмотрим, что там находится. Ну, обычно в Sparkles'е все очень дорогое, но чисто позырить можно. Ну да. Продолжай. Продавались от вот этих Sparkle Family, ну, Sparkle Girls, от Zuru. От них продавались фигурки животных, и был там приблизительно вот такой высоты медведь. Фотография вот выйдет. Да. И Даша его себе купила, а там внутри была карточка, что типа «Добро пожаловать в нашу семью Sparkle». Господи, теперь я часть вот этого, понимаете? Не The Wings. Не прям горжусь этим, но ладно, пусть хоть так. Знаешь, это как... В семье не без урода, так тут как-то наоборот. В уродской семье не без нормального? Да. Ужас. Обосрала весь магазин. Ища Диада. Страшно, мне страшно, Катя. Ты волшебник, Тимми. Ну что? Да? Мы опять в каких-то гаражах. Идем. В пустырях. Ну, как всегда. Опять непонятно куда. Ничего не меняется. Но у нас сейчас по плану помпа. В парке Сима уже были, там ничего не было. И кто-то купит себе Новистар. Да, сейчас мы вернемся. Спойлер. В тот самый первый драчик, где мы нашли Новистарс. Я возьму себе Новистарс. Ура! Быстрое завершающее слово. Потому что Даша спешит на поезд. А ты на... На тебе мою самолет. Куклу. Спасибо. Она поживет у тебя месяц, пока я не вернусь. Я очень рада, что ты ее купила. А наш рейд в Пардубицах завершен. Всем пока. Пока.